Сегодня бендеры приняли эстафету памяти от Дубасар. С этого города побратима стартовал открытый автомото-велопробег, который финишировал в Бендерах. На Дубасарском мемориале состоялся митинг. Туда отправилась официальная делегация из Бендер. В истории человечества есть события, которым суждено жить в памяти поколений. 30 лет назад началась военная агрессия Молдовы, и дубасары первыми приняли удар. Сегодня на святом месте для дубасарцев, в мемориальном комплексе воинской славы, собрались участники акции «Эстафета памяти». Сегодня акция между двумя городами – Бендеры и Дубасары. Почему между двумя городами? Потому что эта акция объединяет все Приднестровье, но бои велись на этих землях. Большие потери были в Бендерах, в Дубасарах начались события. В городе Бендеры тоже были очень большие потери, как со стороны воинов, которые взяли оружие, так и со стороны мирного населения. Символическую гильзу, которую позже передадут в Бендеры, наполовину наполнили священной дубасарской землей. С точек, где в 92-м шли массовые бои. Это и Роговская развилка, и Кошницкий плацдарм, и укрепрайон Плотина. Взамен получили артефакт – боевой снаряд из Бендер. Две гильзы, как два символа трагического времени 92-го. С Дубасар стартовала гражданско-патриотическая акция. Автомото-велопробег, протяженность которого ни много ни мало 75 километров, финиширует в Бендерах. Маршрут через Григориополь, Бычок и Парканы. По дороге присоединились байкеры и велосипедисты. Сегодня мы ездили в Дубасар, сюда, чтобы вспомнить всех, кто погиб в данной войне. Лично я чувствовал гордость за то, что я живу в этой стране, и то, что она процветает. Я решил принять участие, чтобы поддержать свой город. Чтобы присоединиться к памяти. И в эту дату, и в предстоящую дату 19 июня, я считаю, об этом всегда надо помнить. И как бы давать посыл новому поколению, чтобы они не забывали этого. Мероприятия нужны для нас и для молодежи подрастающей. Они видят своими глазами и видят людей, видят ветеранов, которые спасли в свое время мир. Такой день для нашей республики значимый, мы не могли не поддержать. Поэтому мы здесь. Финишировала колонна на Центральной площади Освобождения. Здесь ее встретили творческие коллективы города вместе с молодежью. Акция «Эстафета памяти» плавно перешла в память, которой не будет забвения. Мария Гаврильченко, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.